«Час Делягина» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, друзья. Вновь в эфире «Комсомольской правды», «Час Делягина». В студии Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук. И я, журналист «Комсомолки» Евгений Черных. Добрый день. Михаил Геннадьевич, в конце прошлого года был торжественно утвержден символ графический рубля. А, да, помню, такая буква «Р», и вот такая еще такая вот палка торчит. Ну, вот что-то такое-то, наподобие доллара. Да, правда, по итогам года, начало года палка как-то вот так вот провисла. Ну, это считалось, вот это наша победа, теперь рубль будет крепнуть, но в начале этого года, вот сразу где-то после каникул этих новогодних, рубль наш торжественно отпустили на волю рока. Ой, извиняюсь, на волю рынка. Теперь будет... Ну, главное, что не на волю Аллаха, ибо мы знаем, как его фамилия в нашей стране. Вот на волю рынка. А Центробанк теперь больше озабочен судьбой инфляции, он будет бороться, чтобы инфляция была низкой. Вот непереводимая игра слов, да? Банк России отпускает рубль на волю волн, то есть, типа, что будет, то и будет, и понятно, что рубль будет слабеть. И понятно, что слабеющий рубль автоматически вызывает удорожание импорта и, соответственно, поднимает волну инфляции. Мы это проходили в начале 90-х годов и на протяжении всей последующей истории. А при чем здесь озабоченность Банка России инфляцией? Он же сам ее провоцирует через ослабление рубля. Ну вот, так они утверждают специалисты, руководители Центробанка. Ну, может быть, это жертва ЕГЭ. Они, может быть, просто не улавливают причинно-следственных связей между своими собственными действиями. И, может быть, даже, в принципе, не верят в существование причинно-следственных связей. Что если сделать одно, то будет другое. Может быть, они просто не экономисты. У нас же модно юристов назначать на любые должности или просто клоунов. Вот. Что касается общей идеологии, она очень простая. Любой чиновник освобожден от всякой ответственности. А у нас и обычный чиновник освобожден от всякой ответственности. Повесишь правильный портрет на стенку, и можно творить все, что угодно. Вот. А Банк России вдвойне освобожден от всякой ответственности, потому что он еще выведен из-под всякого контроля. Он служит не народу России, он служит сам себе, даже с сугубо формальной, институциональной точки зрения. И, ну, если не ФРС, конечно. И Банк России, как его чиновники, как и любые чиновники, хотят освободиться от любой деятельности. Ну, мечта, как я понимаю, формулируется принципом «малютка, не надрывайся». Если хочешь поработать, ляг поспи, и все пройдет. И в этой ситуации действительно возложение на Банка России ответственности за стабильность курса рубля, оно противоестественно. Ну как можно на этих прекрасных, замечательных, высокооплачиваемых людей возлагать какую бы то ни было ответственность за что бы то ни было? Это же неправильно. И нужно просто расслабляться и развлекаться. И отпуска давать хорошие. Вот. А что касается ответственности за инфляцию, ну, все понимают, что инфляция вызвана не монетарными факторами. Инфляция вызвана с произволом монополии, которым ни Минфин, ни Банк России ни малейшего отношения не имеют. И всегда можно будет сказать, что да, вот свою компоненту инфляции монетарную мы заморозили, обнулили. Ну а то, что есть, даже если это гиперинфляция, это уже не наше, мы здесь ни при чем. Поэтому разговоры о том, что Банк России снимает с себя ответственность за стабильность валютного курса и начинает заботиться о стабильности инфляции, понижении инфляции, это правда наполовину, в первой части. Насчет того, что он заботится о снижении инфляции, с моей точки зрения, это вранье по двум причинам. Ну, или неправда, или ошибка, или добросовестное заблуждение. Во-первых, потому что Банк России к реальной инфляции отношений не имеет. Это как если бы я сейчас начал заботиться о том, чтобы у вас перестала болеть голова, которая ко мне не имеет ни малейшего отношения, а болит из-за изменения атмосферного давления. Но я бы заботился, проявлял бы заботу, боролся бы, не давая вам таблетку от головной боли, а вот просто вот изображая из себя что-то такое вот энергичное. А с другой стороны, Банк России в нынешнем состоянии, по-моему, ни о чем позаботиться не в состоянии. Кроме как демонстрации влияния и силы госпожи Набиуллиной. Все остальное это просто не к нему, не про него. Но помимо желания, так сказать, чиновничков снять с себя всякую ответственность, есть и объективные закономерности.
А ведь Россия присоединилась к ВТО на заведомо кабальных условиях. И сам характер присоединения, с моей точки зрения, был заведомо преступен. Потому что депутаты, в принципе, не имели времени для того, чтобы вообще хотя бы прочитать текст соглашения. Не то, чтобы понять. Это понятно, что это не ко всем депутатам понимать, что бы то ни было. Даже формально прочитать у них не было для этого возможности. С другой стороны, присоединение к ВТО осуществлялось таким образом, что наше государство добровольно отказалось от всех доступных ему инструментов поддержания конкурентоспособности экономики. Как Китай? Нет, Китай, он 17 лет вел переговоры, на протяжении всех 17 лет модернизировал экономику. И в Китае государство модернизировалось само за эти 17 лет, и оно имеет прекрасные инструменты под защиту национального рынка в рамках ВТО. Наше государство от простых инструментов отказалось, а сложным учиться не захотело. Наши 12 лет присоединения к ВТО с 2000 года – это реклама, это пропаганда, это болтовня на всех углах, и никакой работы на самом деле не было. В результате этого, а также в результате того, что коррупция и монополизм достигли критических масштабов и сами по себе, без всякого ВТО, сломали хребет российской экономики, мы получили ситуацию, когда у нас резко, по итогам 11 месяцев втрое, затормозился экономический рост Российской Федерации. Инвестиционный рост сменился инвестиционным спадом в 2013 году. И ясно, что если так будет продолжаться, то в 2014 году будет экономический спад. Банку России это, в принципе, не очень интересно. Потому что Банк России у нас, в отличие от Федеральной резервной системы, не отвечает за экономический рост, не отвечает за динамику безработицы, не отвечает за состояние страны. Но даже Банк России столкнулся с проблемами из-за этого. Потому что, если в 2012 году международные резервы, в том числе Банк России, выросли на 30 миллиардов долларов, то в этом году они начали сокращаться и сократились на 22 миллиарда долларов. Вот за 2013 год. В результате это уже опасно, потому что может возникнуть ситуация, когда просто положительная сальдо внешней торговли, в целом текущий приток валюты в страну сократится настолько, что не просто не будет компенсировать бегство капитала, как это было в прошлом году, но и просто приведет к обвальному обрушению рубля. Чтобы обвального обрушения рубля не было, что нужно сделать? Урок из осени 2008 года, нужно сделать его плавное обрушение. Оно будет плавным, предсказуемым, и все спекулянты, включая, если такие есть, аффилированные с государством и с Банком России, смогут заработать на этом огромные деньги. Спасибо, Михаил Геннадьевич, за разъяснение. У нас небольшой перерыв. Оставайтесь с нами, друзья. Через несколько минут мы вернемся в эфир. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правды». В студии Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, и я, журналист «Комсомолки» Евгений Черных. Итак, Михаил Геннадьевич, рубль будет плавно рубль падать? Будет, я думаю, что не очень плавно, потому что, с одной стороны, есть чистосердечное признание официальных лиц. Да, я бы даже назвал это явкой с повинной в определенном смысле слова. А, но, с другой стороны, есть политическая целесообразность. Представьте себе, мы открываем Олимпиаду, и в момент зажигания олимпийского огня рубль падает, пусть даже на 0,5%. Нехорошо. Невольно возникнет вопрос компетентности руководства Банка России. Даже если оно само устранилось от всего. Рисковать таким образом никто не будет. Поэтому я думаю, что рубль вполне возможно еще и укрепится накануне Олимпиады. Не потому, что это объективные процессы, а потому, что Банк России, торжественно прокукареков об уходе с рынка, имеет возможность теперь на него вернуться. И всю Олимпиаду он будет относительно стабильным. А вот потом уже нужно будет, забыв об Олимпиаде, подумать о текущих нуждах, выдохнуть, и тогда уже будет реальное ослабление рубля. Это важно. Потому что если не пойти на ослабление рубля, то международные резервы будут таять дальше, как снег под утренним солнышком, под весенним солнышком. И кончится это очень плохо. Это в любом случае кончится плохо, потому что нельзя стабилизировать страну, не развивая ее. Но этого наши либералы не понимают. Вот это слишком сложно для них. И степень того, насколько они не понимают текущую ситуацию, показывает анекдотический спор между двумя либеральными ведомствами, Минэкономразвития развитии и Минфином, который разрешится вот через несколько дней, 30 января. Внешне спор выглядит совершенно идиотическим.
Минфин говорит, федеральный бюджет станет бездефицитным к 2030 году, поэтому мы должны экономить. Минфин говорит, Минэкономразвитие говорит, нет, все значительно лучше. Бюджет станет бездефицитным уже к 2020 году. Не через 17 лет, а уже через 7. Поэтому можно экономить чуть менее слабо. Можно ослабить пресловутые бюджетные правила. Какой 2030? Какой 2020? Вы еще поговорили бы про 3030. Был такой поэт Роберт Рождественский. У него есть поэма «Письмо в 30 век». Есть, да. Шикарная поэма. Вот они бы еще «Письмо в 30 век» написали с проектом бюджета. Это как вообще? Понятно, что у нас даже до 2020 года уже это разрушительный системный кризис. Даже если предположить, что у нас в стране тишь, гладь и божья благодать, и вся официальная пропаганда соответствует действительности, мир сорвется в глобальную депрессию. У нас сланцевый газ начнут возить из Штатов газовозами по всему миру с 2016 года, когда эти газоводы построят. Где будет «Газпром» в Европе с этим? У нас низкоэнергетическая атомная энергетика уже в лабораториях осуществляется в массовом порядке. Это без заражения. И можно сделать реактор величиной с эту комнату, и энергия будет дешевой на самом деле, а не только дешевой, без учета последующего захоранивания атомных отходов. Нам грозит огромное количество внешних проблем. Я уж про Китай и про Ислам не говорил. То есть до 2020 года у нас нет этого горизонта планирования. Потому что мир изменится кардинально непредставимо. О чем вообще говорят все эти люди? Но есть логика. Что такое бюджетные правила? Это такая удавка. Это удавка на нашей с вами шее до такой степени, что даже госпожа Голодец, это та самая вице-премьер по социальным вопросам, которая умудрилась потерять около половины рабочей силы Российской Федерации. Она сказала, что она не знает, чем занимаются все эти люди, там 30 миллионов человек, по-моему. Даже это самый Голодец, которая уже прославилась хуже Зурабова, по-моему, наравне с Гайдаром, по-моему, она сейчас так котируется, ну, около Чубайса, где-то около Ясина, вот так. Вот, это самый Голодец, что в марте прошлого года просто выло от ужаса, потому что бюджетное правило – это удавка на шее экономики, она убивает экономику, убивает социальную силу. Ее. И подрывает, собственно говоря, позиция самой госпожи Голодец. И мы видим ситуацию, когда только бюджетное правило. Выводится средняя за прошлые годы цена нефти. Безотносительно к тому, какая цена нефти будет в будущем. И говорится, что мы можем расходовать на нужды экономики только не нефтяные доходы бюджета, плюс нефтяные доходы бюджета нефтегазовые, вызванные средней ценой нефти, плюс 1% расчетного, 1% ВВП расчетного дефицита сверху. То есть вы можете зарабатывать сколько угодно денег, но вы не можете направлять эти деньги ни на развитие, ни на социальные нужды. Вы обязаны направлять дополнительные доходы на нужды ваших стратегических конкурентов. Вкладывать их в Штаты, в Еврозону, в Англию, куда хотите, только не в Россию. Понятно, что это бред. Понятно, что это безумие. И вот Минэкономразвитие говорит, вы знаете, а у нас все не так плохо, как вы говорите. Давайте мы будем превышать размер не нефтегазовых доходов и нефтегазовых доходов, вызванных, так сказать, средней ценой за прошлые годы, не на 1% ВВП, а на 1,75% ВВП. Это позволит нам не сокращать текущие расходы и не устраивать новый секвестр бюджета. Вот это вот робкое такое поползновение Минэкономразвития встречает отчаянное сопротивление Минфина, который сражается, ну, не знаю, как фашисты на Зиеловских высотах. Вот так. Отчаянно до последней капли крови. Враг не пройдет. Почему? А потому что, не потому что 0,75% ВВП играет какую-то роль, что Минфин прекрасно понимает, что если допустить маленького ослабления бюджетного правила, если дать повешенному дышать, делать один вздох, то он сможет оттянуть петлю, и через некоторое время от этого бюджетного правила можно будет избавиться. Они этого категорически не хотят, потому что любое развитие в стране сделает главным ведомством не Минфин, а то ведомство, которое будет заниматься развитием. Не говоря о том, что любое развитие противоречит идеологическим догмам либерализма, а там все либералы. Улюкаев – это человек, который сидит на сковородке. Он либерал до мозга костей. Он был советником у Гайдара, можете себе представить. Причем не политическим, как Мао, который сейчас пытается переквалифицироваться у правдома, в экономист, извините. А
собственно, по экономике. К экономике он отношения имел мало, он был депутатом Моссовета, по-моему, и так далее. Но он либерал-фундаменталист, хуже Гайдара во многих вопросах. Но он понимает, что он министр экономического развития. И если экономический, затухающий экономический рост сейчас приведет в экономический спад, то виноват в этом будет не Силуанов, не Набиуллина, не Шувалов, не Дворкович, не Медведев, не организатор этой катастрофы. А виноват будет он, стрелочник, простой исполнитель их воли. И он сидит на сковородке. И он на этой сковородке, ну, если вы жарили рыбу живьем когда-нибудь, вы видели, как она крутится на этой сковородке. Вот товарищ Люкаев начинает крутиться. А давайте хоть что-нибудь сделаем, хоть для какого-нибудь развития. Это противоречит не только позициям доминирующего либерального клана, противоречит его собственным идеологическим установкам. Раздвоение личности. Поэтому это не последовательные шаги. Это половинчатые шаги. Ну, понимаете, это же надо посмотреть. Мы начали модернизировать инфраструктуру. Это же сколько нужно выпить, чтобы зафиксировать. Или выкурить, я не знаю. Чтобы зафиксировать. Что модернизация БАМа стоит ровно столько же, до копейки, сколько строительство центральной кольцевой автомобильной дороги вокруг Москвы. Да, чудесно. Знаете, дядька в Киеве и Бузина в огороде котируются на бирже одинаково. Это как? То есть понятно, что если мы на абсолютно разные проекты, и еще до кучи целый пакет никому неизвестных модернизационных инфраструктурных проектов стоит те же самые 150 миллиардов рублей, 0,0 копеек. Ну, вопрос проработки проекта понятен. А если вы затеваете проект, не прорабатывая его с технологической стороны, ну, понятно, что вы затеваете проект не чтобы сделать, а чтобы попилить. То есть здесь мотивация понятна, она коррупционная. Коррупционная мотивация либеральной идеологии не противоречит. Можно. Если мы строим дорогу, но дороги потом не будет, и она будет очень плохой, ее можно строить. Нет проблем. Не будет конкуренции глобального бизнеса. Все хорошо. Но, тем не менее, это некоторое отступление от нормы. Даже это отступление от нормы, потому что по норме никаких инфраструктурных проектов быть не должно. Это все от лукавого. Инфраструктурные проекты должны зарождаться сами в соответствии со стихийной игрой рыночных сил, как мы прекрасно помним, по началу 90-х годов. То есть этих людей припекает. Противоречие между их идеологическими догмами и их интересами как части глобального клана, как людей, которые обслуживают глобальный бизнес, а не, как они говорят, эту страну. Эти интересы вступают в лютое непримиримое противоречие с интересами самосохранения. Пока проблема решается путем перевода модернизационной деятельности в коррупционную плоскость, насколько я могу судить. То есть, да, мы будем заниматься модернизацией инфраструктуры, чтобы изобразить деятельность и сохраниться на своих местах, но будем модернизировать ее так, что это будет коррупция, а не модернизация, поэтому не будет конкуренции с глобальным бизнесом и, соответственно, не будет развития страны. Но это временный выход из положения. И вот эти вот действия Люкаева, он не просто так, не сам стал выступил с этими заявлениями, а направил Клепача, который не является либералом, а является нормальным человеком. В этой ситуации это не случайно. Это признак внутренней противоречивости, внутренней зыбкости либерального клана. Они понимают, что их деятельность уже несовместима с их собственной жизнью. Час Делягина на радио «Комсомольская правда». Продолжается час Делягина на волнах «Комсомольской правды». В студии Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Я журналист «Комсомолки» Евгений Черных. Михаил Геннадьевич, ну вот этот спор двух титанов, которые как ужи на сковородке там прыгают. А как это на экономике-то отразится? На экономике это не отразится. На экономике это не отразится никак. Нам жить по-прежнему. Нужно помнить, что после Олимпиады ослабление рубля. Я могу ошибиться, я могу слишком хорошо думать о нашем начальстве. Потому что ослабление рубля идет с конца прошлого года. Может быть, оно будет идти во время Олимпиады. Может быть, они не справятся. Не смогут обеспечить даже политическую необходимость, не знаю. Но люди, которые сейчас складываются в рубль, производят впечатление таких, знаете, патриотов, вот, искренних, которые ходят на демонстрации с флагами забытых 300 лет назад государств. Будет медленное плывание к кризису, но сам кризис в 2014 году, скорее всего, не случится. По крайней мере, до начала августа это железобетон. Вот не рухнет. У нас такой запас прочности, что до начала августа можно быть спокойным.
Да, начало августа – это столетие Первой мировой войны. То вы на чего-то намекаете. В нашей стране, все про начало августа. В нашей стране на события столетней давности, по крайней мере, в августе, напоминать не надо. У нас каждый август как новое начало новой мировой войны. Ну, это да. За редчайшими исключениями. Еще Ахматова писала: «Ах, если бы только не август, не чертова эта пора». Понимаете, поэты ужасны тем, что они пишут о фактах своей личной биографии, а потом это становится судьбой всей страны. Вот август стал судьбой всей страны, к сожалению. Я думаю, что в целом этот год будет, хотя и очень плохой, но в стабильности. Мы будем продолжать оплывать и ползти к системному кризису, знаете, как сползать, но мы в него еще не оборвемся. Не знаю, оптимизм это или пессимизм, но будем считать, что это реализм. Это не важно, перейдем мы в этом году в экономический спад или нет. Это вопросы сугубо статистические. Кризис региональных бюджетов не перейдет в массовую катастрофу региональных бюджетов, хотя кое-где станет очень плохо. Но нужно понимать, что Минфин действительно довел региональные бюджеты до края и будет вести дальше за этот край. Здесь нет хорошего выхода. А правящая тусовка будет совершать безумство. Я вот перед Новым годом, мы были у одного из губернаторов, и он радужно встретил, поговорил. И тут, значит, тут же у него, значит, ЧП. Росавтодор установил новый контрольно-пропускной пункт на федеральной трассе в его области. И если раньше проезд в Москву стоил 200 рублей через его область, то теперь он стал стоить более 600 рублей. То есть цена была повышена более чем в 3 раза за счет этого дополнительного КПП. Типа платная дорога. Мы здесь покрасили бордюрчик 2 года назад. Это вызвало забастовку дальнобойщиков, которые просто блокировали трассу, но, строго говоря, сильно подорвало экономику. И вот, значит, при нас губернатор звонил в Министерство транспорта, деликатно интересовался, что за поздравление с Новым годом, а может быть, перед тем, как что-нибудь делать, о чем-нибудь подумать и так далее. Вот подобного рода административные безумства будут множиться. Они непредсказуемы. Потому что для того, чтобы их предсказывать, нужно быть одновременно специалистом в области коррупции и специалистом в области психиатрии. А такого рода специалистов немного, и они обычно работают в криминальных или в криминологических структурах. Они не работают в макроэкономике. Просто говорю вам, готовьтесь к безумным неожиданностям. Просто поймите, что нынешняя стабильность – это стабильность господ Лексутовых, а не стабильность товарищей Примаковых. Это стабильность безумия, причем безумие нарастающее. Вы про Примакова упомянули. Да. Его заявление. Какое? Ну, он говорил недавно о плохой ситуации в экономике. Нет, Примаков человек абсолютно вменяемый, абсолютно рациональный, абсолютно разумный. И очень такой тихий, спокойный, корректный. То есть, если уже он заговорил, значит, это очевидно для всех. Значит, это очевидно для всех, и это предельно наглядно. Вот при этом у либералов никаких новых, по сравнению с 92-м годом, мыслей нет, ни одной. Не то, что у них мысли коротенькие, как у Буратино. Это, само собой, у них просто новых мыслей 92 года не появилось. Им глобальный бизнес эти мысли не сообщил. Вот прошел у нас недавно 5-й форум этого замечательного человека, Гайдара имени. Вот, это такой шабаш, на который, как на лысую гору, слетаются все наши либералы. Ну, не на метлах, правда, на мерседесах, на бентли, на поршах. Ну, на чем им положено летать. Вот. И совершенно патологический уровень. Когда люди, например, считающие себя учеными, не видят разницу между кризисом 30-го и 70-го годов. Когда они, в принципе, говорят, да-да-да, вы знаете, у нас один деятель сказал, на фоне мирового экономического кризиса ситуация в России выглядит стабильно, экономика хоть как-то, но растет. Напомню, экономический рост не более 1,4%. Меньше, чем в Штатах, меньше, чем в Канаде, меньше, чем в Великобритании, меньше, чем в Японии с ее Фукусимой. Я про Канаду, про Китай, про Индию я не говорю. Я про эти страны говорю, где экономический рост очень низкий, традиционный. То есть люди просто неадекватные. Но они наизусть вызубрили, что любое социальное государство – это очень плохо, это невозможно в новых условиях. Если государство заботится о людях, то это недопустимо ни при каких обстоятельствах. Они понимают, они не могут не видеть уже 3-й год подряд, что их политика завела страну в тупик и разрушает ее. И они это вынуждены фиксировать, хотя и более корректными словами. Но мысли о том, что, возможно, какая-то другая политика, у них в голове не помещается. Они про это думать не способны, потому что это противоречит их интересам. Как только они подумают, что страну можно развивать, а не разграблять,
это вступит в противоречие с интересами глобального бизнеса, и глобальный бизнес с либерального клана, по крайней мере, из власти выкинет. Это недопустимо для них. То есть это такое сборище магнитофонных кассет, которые все четверть века национального предательства проигрывают одну и ту же музыку. Вот если вы возьмете выступления разных лет, вы не увидите разницу. И не только там у Евгения Григорьевича Ясина, которого просто уже много лет, а у совсем молодых экономистов, якобы экономистов. Возьмите Дворковича. Что он нового сказал за последние 10 лет, кроме непристойных анекдотов? Ну, кроме, вернее, вещей, которые выглядят как непристойный анекдот. Ответ – ничего. И так далее. То есть это абсолютно бесплодная, уничтожающая страну выродившаяся каста, которая страной правит, рулит и распоряжается. И это катастрофа, потому что люди из 90-х не могут привести страну никуда, кроме как обратно в 90-е. Люди, которые организовывали катастрофы, я подозреваю, что их беспомощность и отчаяние вызваны тем, что экономика России не поднимается с колен, а если поднимается, то в позу, которую невозможно сказать в приличном обществе, а тем, что вот мы работаем, работаем, стараемся, а они все еще живые. До сих пор нет дефолта, до сих пор нет разрушительной девальвации. Как так? При этом эти люди искренне веруют в свое высочайшее предназначение. Я совершенно не сомневаюсь, что господин Кудрин спит и видит, как бы ему стать премьер-министром. Я думаю, может, я что-то не понимаю. Поговорил недавно со знающими, так сказать, политаналитиками. Говорю, это как, это диагноз? Или это я не понимаю политических вещей, как экономист? Мне похлопали по плечу, сказали, ты не волнуйся. Ты бывший бюрократ, ты политические вещи понимаешь. Но это проблема Кудрина. Вот у него вот такой вот глюк. Вот он видит себя премьер-министром, и еще года 3-4 будет видеть, пока, так сказать, не образумится. Ну, такой пост, есть посттравматический стресс, а есть постгосударственный стресс, постминистерский стресс. Но, тем не менее, эти люди наглядно продемонстрировали нам в ходе 5-го Гайдаровского форума, что они способны только разрушать. Созидать они не могут. Они могут классно говорить о созидании, и ни копейкой больше. Понимаете, это же непереводимая игра слов. Профессор высшей экономики Кирилл Рогов. Профессор высшей школы экономики Евгения Альбац. Да? Можно продолжать этот список дальше, но эти люди, которые искренне считаются экспертами, учеными, что-то там знающими, при этом, ну, на самом деле это нормальные, неплохие среднего уровня журналисты. Они умеют сопоставить два числа и определить, какой из них больше и какова тенденция. Вот сопоставить три числа – это уже проблема, а сопоставить нарисованную ими тенденции с реальной жизнью или с чем-то, что не соответствует этой тенденции, уже тяжело. Ну, господин Ларионов – классический пример, о нем уже даже как-то и поминать неловко. Так что, к моему глубокому сожалению, нужно зафиксировать, что социально-экономическая политика Российской Федерации продолжает осуществляться правительством Медведева и Банком России под руководством Набиуллиной целиком и полностью по догмам и лекалам начала 90-х годов. И ни к чему, кроме разрушения, с моей точки зрения, привести не может. Это либерализм не в значении, которое существовало во времена писем Вольтера и Екатерины Великой, с того времени прошло немножко лет. А это либерализм в современном значении этого слова, по которому государство должно служить глобальному бизнесу. А если интересы глобального бизнеса, как обычно, противоречат интересам народа, то, во-первых, тем хуже для народа, и, во-вторых, как нам много раз и со вкусом повторяют, не ту страну назвали Гондурасом. Ну, а наше время закончилось, Михаил Геннадьевич. О глобальном бизнесе, думаю, поговорим как-нибудь в следующий раз. Расшифруете все-таки, что же это такое за чудовище, обла там. Нет, это совершенно чудовище. Это милейшие люди. Просто они зарабатывают деньги. Знаете, если бы на воротах Освенцима было бы написано ничего личного, только бизнес, и на воротах Бухенвальда, эта чудесная организация работали бы и по сей день, были бы акционерными, процветающими обществами, их акции котировались бы на Нью-Йоркской бирже и, может быть, даже на МВБ. И наши чиновники скрывали бы, что являются их акционерами. Но мы не скрываем, что наше время завершилось. До свидания, друзья. До новых встреч в эфире. Счастливо. Час Делягина на радио «Комсомольская правда».